Снова всем привет! Приступаем ко второй части. Теперь коробка с подарками. Итак, первый подарок, который я получила за заказ, это был бланк общедоступный от 1200 рублей. Шла вот такая вот коробочка с украшениями. Она такая миленькая, очень мне понравилась. Обязательно ее оставлю себе. Открываем, и здесь у нас вот такое вот колье и колечко. Это речной жемчуг. Мне, скажу честно, очень понравилось. Я в украшениях вообще не привередливая. Я осталась довольна. Колечко выглядит вот таким вот образом. И вот так вот оно смотрится. Очень нежно, очень красиво. И подойдет тоже к любому образу. И также вот такое вот колье. Так вот оно выглядит. Здесь такая цепочка. Здесь тоже что-то написано. Так. Вот так вот выглядит. Довольно-таки, ну, не длинная, но средней длины. И вот такая вот здесь симпатичная кругляшка. Стразинки все на месте, то есть с удовольствием буду носить, мне очень понравилось. Тоже приятно получить такое в подарок. В этом же общедоступном бланке за заказ от 690 рублей я могла выбрать любой подарок и ввести код в соответствующую строку. Но какие коды я там не подбирала, почему-то у меня проходила туалетная вода «Ода любви» и еще какое-то мыло. Но также пробился код на вот такой вот гаммаж для тела «Активный детокс» с бамбуком 150 мл. Такой вот состав. У него такие мелкие-мелкие частички и также какие-то пузырьки. Но аромат очень классный. Я бы сама с удовольствием пользовалась. Вот как я ощущаю, пахнет свежескошенной травой, лимоном и сахаром. То есть такое вот сочетание. Подарю маме, думаю, ей понравится. Следующий подарок. Я уже не помню, в каком бланке шел он. Вот такой вот очередной гель для душа «Лесная земляника», тоже Плезернатюр, 400 мл. Так. Очень классный аромат, но тут он у меня почему-то немножечко подтекает. Так, надо им срочно пользоваться. Замечательный аромат, пахнет свежей, настоящей земляникой, но единственный минус вот этого геля, почему-то он плохо пенится. Не знаю почему, но неважно, зато он пахнет очень классно. И также к этому подарку шла вот такая вот дорожная косметичка, или как он еще называется, Несессер. Так, вот такой вот он сиреневенький. Достаточно большой. Так, сейчас я его открою. Так вот он открывается. И внутри него есть три таких отделения. То есть они вытаскиваются. Это как бы такая сумочка. Вот так вот она выглядит. И в нее как раз-таки ложатся все уходовые средства. Достаточно большая, вместительная, вот, и удобная. И по бокам идут вот такие вот тоже косметички маленькие. Тоже сюда можно что-нибудь положить. Вот одна и вторая. Такой у них прикольный рисуночек. И внутри все это выглядит таким образом. То есть, в принципе, вот эти вот штуки можно убрать, если они вам не нравятся. И просто вот сюда складывать всю уходовую косметику. Но мне нравятся эти сумочки, поэтому я их тут оставлю. Очень удобно брать с собой в дорогу, в поездку. И чтобы все это не было раскидано, положить только вот в эту вот сумочку. С
Следующие подарки. Как я уже сказала, за вот такие вот детские средства в подарок давалась мягкая игрушка. Вот такой вот миленький мишка. Напоминает мишку Тедди, такой серенький. Тут у него бантик. Такие у него серебряные вставочки. Ну, он, конечно, такой маленький. Я думала, что он будет побольше. То есть, в принципе, сравнить его с сумкой или с моей ладошкой. Ну, можно сказать, что с ладонь. Такой небольшой. Но он очень мягкий. И думаю, тоже ребенку на подарок будет очень приятно получить. Вот. И еще один мишка, так как у меня было 3 детских средства. И еще один третий. Вот прям скопление мишек. Следующий подарок. Так, это еще одни сумки. Это набор из 3 дорожных сумок. Первая, самая маленькая сумка. Вот такая вот. Такой несессер. Тоже, я думаю, для уходовой косметики. Вот так вот он выглядит внутри. Ну, он, конечно, такой маленький. Но тоже можно что-нибудь сюда поместить. Так. Следующая сумка. А вот такая. Она уже такая средняя. Так, как бы вам показать. Здесь у нее такие вот ручки. Ну, тоже такая интересная. И следующая сумка. Уже такая большая. Тут она идет на липучке. Тут у нее тоже замок. И что мне в ней понравилось, то что у нее есть вот такой вот коричневый ремешок. Его также можно отстегнуть. Мне эта сумка напоминает сумку для ноутбука. Ну и, кстати говоря, скорее всего, я ее буду использовать для этих целей. Так, приступим дальше. За заказ через интернет-магазин я получила вот такую вот водичку. Она шла по коду бонуса. Это мужская туалетная вода, как явность. Green. 75 мл. Для сравнения покажу. Вот такая же туалетная вода, только это моего мужа. Аромат у нее такой какой-то древесный, или я бы даже назвала какой-то растительный. Такой свежий, травяной, что-то вот такое. Но мужу понравилось, слава богу. Вот он тоже ей пользуется. Хотя он часто забывает про эту туалетную воду. Вот, следующее. Это тоже через интернет-магазин. Там была акция, по-моему, 2 дня. При любой покупке в подарок шла парфюмерная вода. Тоже Evidence, только женская, такая розовенькая. Я ее заказала, но в посылке мне пришло извинительное письмо, что эта вода закончилась, и на замену мне прислали Flower Patty Summer. Это лимитка этого года, 2012-го, здесь 50 мл. На самом деле я обрадовалась, так как в подарок эта вода нигде не идет, ни по какому бланку. Evidence я могу заказать по первичке в любой момент. Вот такое вот очень красивое оформление. Так что у меня теперь сбор всех Flower Patty. И вот такой вот очень красивый флакон. Ну, прям летний. Такой веселый. У меня прям сразу поднялось настроение, когда я увидела этот флакончик. Аромат у него тоже приятный. Он тоже идет с такой кислинкой. Ну вот запах чего-то такого, апельсинчик, цветочки, какой-нибудь манго, чего-то такое свежее. Ну, аромат лета, другими словами. Так что летом буду, конечно же, пользоваться этой водичкой. Следующий подарок у меня был по тоже первичке. Это вот такой вот сундучок. Называется он кейс визажиста. Или сундучок для хранения косметики. Очень качественно все сделано. То есть нет никаких трещин, каких-то изъянов, ничего такого.
Очень мне понравилось. У нас такие сундучки стоят 600 рублей в магазине. Вот такой вот на ручке. Размеры его, кстати, 16 на 10 на 9. Вот так вот он открывается. И внутри вот такие вот отделения для косметики. Также это все еще открывается. И внутри тоже можно складывать свою косметику. То есть замечательный кейс. Мне очень понравился. Удобно все хранить. Так что присмотрите, девчонки. Идет он по первичке. Такой вот. Следующий подарок – это очередная тушь. У меня этих тушей в завернутом виде штук, наверное, 5 или 6. Не знаю, куда их девать. Ну, наверное, на подарки подарю. Следующий подарок – это был блеск для губ. Так, из серии Cooler Nature. Так, не хочет он фокусироваться. Так вот выглядит. Это лаковый блеск для губ, интенсивный цвет. Здесь 5 мл, оттеночек розовый песок. Оттенок мне очень понравился, но я бы не назвала его блеском для губ. Он идет как жидкая губная помада. Вот такой вот у него спонжик. Оттенок, конечно, немножечко странный. Он больше похож на самый первый блеск для губ. Там на выбор было 3 оттенка, я выбрала 3-й, песочный. То есть я думала, он будет в таких коричневатых светлых тонах, но почему-то пришел вот такой вот розовый. Но в целом на губах смотрится очень красиво. Прям создается такой эффект лаковых губ. Смотрится просто шикарно. Все это так красиво переливается, держится тоже долго. То есть блеском я очень-очень довольна. Тоже приятно получить его в подарочек. Следующий подарок. Это через интернет-магазин. Сейчас, кстати, действуют вот эти подарки. Заказала себе туалетную воду. Точнее, не заказала, а получила в подарок. Тоже рождественские фрукты в объеме 50 мл. Аромат прям такой новогодний. Вот так вот выглядит флакончик. Замечательный аромат тоже. Сочетание мандарина. Ну, я не скажу, что он чисто цитрусовый. Он такой какой-то пряный. Держится, конечно, тоже недолго. Но ради этого аромата я готова просто на все. Очень мне нравится этот запах. И последний подарок. Вот в такой вот шел белой коробке. Внутри пенопласт. И это кофейный сервиз. Здесь 4 кружечки и 4 блюдца. Ну, с виду выглядит как какой-то кукольный сервиз. Сейчас достану одну кружку. Так, здесь пенопласт. Ну, в целом, кружки выглядят довольно-таки качественно. Нет. Ну, единственное, что тут вот такая вот штучка на дне есть. Ну, такие вот небольшие. Ну, для кофе, конечно же, сойдут. И также сейчас покажу блюдце. Вот такое вот блюдце. Тут просто белое. Ну, такой уж дешевенький сервиз, скажем так, но все равно в подарок получить очень приятно. И вот так вот выглядят все мои подарки. Их было очень много. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю отличного настроения. Всем пока! Также забыла вам показать, что из этих 6 посылок у меня куча всяких разных пробников. Тут и крем, и парфюм, и, в общем, куча всего. Вот, и всем пока!